где-то через 3 минуты после взлета у меня ребенок сказал, что видит с крыла, увидел с крыла огонь, были хлопки, огонь. А после этого мы поняли, что все, самолет дальше не летит, он начинает падение какое-то, непонятно, не резкое, снижение какое-то. Вот, пилоты очень круто отработали, плавно приземлили машину. Она приземлилась где-то... Было два или три удара об землю, в салоне было тихо, паники не было, все молчали, как бы была фраза после приземления: ребята, мы сели, все хорошо. Вот, после этого стюард и стюардесса очень четко отработали. В течение где-то одной минуты после приземления они открыли все боковые двери и начали всех эвакуировать. Очень четко, слаженно отработали, всех эвакуировали.